Ну что ж, погнали далее. Блять, только не висни. Кирану, ответьте. Вокс бесполезен. Надо найти наших братьев. Глаза внутри глаз. Внутри глаз. Они сломлены. Прямо в мою душу. Перья его, парящие в пустом воздухе. Узри, как мы танцуем! Легко мы его будем. Танцуем! Император защищает! Император защищает! Император защищает! Слово истекает из его бескрайних глаз, мерцающими самоцветными. Прочь! Что сияет? Прочь! Все этот чудовищный обелиск! Он безмолвно вопит о скверне! Разум простого человека не в состоянии выдержать столь пагубную энергию. Едва ли. Даруем им милосердие. Этим займется комиссариат. А у нас есть более важные задачи. Девять лет. Получил закодированный сигнал. Положите с координатом. Мне в глазницы серебряные камни. Это совсем рядом. Не это не уловка врага. Земля врага. Холодна. Ответ на успешно. Сейчас, брат. Холодные руки. Как я могу быть собой, если не знаю, кто я? Я — это я, какой есть. И никогда от этого не устаю. Мне снилось, будто я видел императора. Истребим еретиков! Опозорили память родины. Спасибо, Милон! Это последнее, что я скажу до того, как отрежу себе язык! Голоса меня подводят. Аврора уничтожит предателей. Но вместо этого она их усилила. Да еще как? Лишить их этого преимущества. Так, кстати. Император защищает. Все, и погнали. Я не вижу смысла кувалду менять, потому что она как бы мощная. Да, медленная, но все равно мощная. Должно быть какое-то решение. Гнусный колдун унес источник энергии. Без сомнений, в хорошо охраняемое место. Нет. Ты проклят, Люс. Ситуация сейчас хуже, чем была на грани. Гораздо хуже. Через варп-разлом такого размера может пройти нечто немыслимо жуткое. Флот готовится начать орбитальную бомбардировку. Тогда надо спешить. Скажи, патроны, блядь, столько сейчас накидали. Братья!
остался здесь. Мы думали, ваш отряд погиб. Нам удалось уцелеть. Капитан ждет вас внутри. Отвага и честь. Отвага и честь. Осторожнее с ранеными. Ёбаный в рот. Сколько мешков. Я потеряла один взвод. Еще пять сильно ослабли. Наш комиссар казнил больше 20 человек. Тит, доклад. Святая Терра, что вы там такое натворили? Мы не смогли остановить Люза. Это мне ясно. Он был запятнан. Неведомо для себя стал марионеткой архиврага. И теперь у нас тут варп-разлом размером с небольшой крейсер. С несокрушимого дали 3 залпа, а на столпе не царапины. Мы все уже все покоцаны. Как с ним совладать? Его питает артефакт Скрай. Если мы сумеем его уничтожить... Где он? Мы не знаем. Это, по-твоему, решение? Других нет. Столб окружен силовым полем, которое отражает любые наши снаряды. Однако мы видели, что враги проходят через него пешком. Необходимо подобраться к нему и попробовать это повторить. Идите в ту дверь. Мы атакуем с минуты на минуту. Пусами своего это проповедь, блять, проводит. Наши силы разделены на двое. Основную атаку от Хрометра я возглавлю лично. Я уже отправил 2 отряда во фланг врага, но мы потеряли с ними связь. Они несли знамя роты. Если они погибли, мы его вернем, капитан. Ультрамарины, готовься! Затем мостом. Ну, прям все, да, пойдем? Что это такое? Берегись! Телдрей, рассыпную! Ёбаный дракон. Бац! Нет! Нет! Бац! Всех порвали. Молодцы, молодцы. Добраться до обелиска. Тогда вперед.
Да пиздец, столько выстрелов, вообще нихуя не слышу, в принципе. Может, у вас есть пулемет здесь, нет? Передайте своим отрядам, пусть приберегут гранаты до моей команды. Когда враг окажется совсем близко, нам они понадобятся. Будет жаль, не верю, что все 10 наших братьев могли погибнуть. Это еще и сознание. Блять. Представить не могу, чтобы знамя роты попало в лапы предателей. Ультрамарины не сдаются без боя. Они еще живы. Но им может потребоваться помощь. Значит, нам надо поспешить. А мы что делаем, в принципе? Спешим-то, блядь, как можем. Где же теперь сила вашего ложного бога? Братья, атакуйте колдуна! Вот так я, блядь. Секунду, братья. Так, что у вас еще что-нибудь есть? Патроны. Патрон мне нахуй не нужен. Так, хватит там уже посуду бить. Нет, это действительно. Смотрите, жрецы ухаживают за могилами даже в разгаре побоища. Похвальная преданность. Мы должны спешить. Каждая секунда нашего промедления оплачена кровью братьев. Они должны быть по ту сторону этой двери. Мы честь стать временным местом упокоения нескольких космодесантников из Ордена Саламандр. Это достойные сыны своего примарха Вулкана, чья судьба неведома Империи. Верные императору, Саламандры производят с Ноктюрна. Это чистые и благородные воители, достойнейшие из Астартес. Мы чествуем их за преданность и славные деяния, доступные Империи человечества. Для Демириума честь хранить сие останки до тех пор, пока Вулкан не вернется и не истребует их. Братья! Горе! Наше гордое знамя втоптано в грязь, будто тряпка! Брат, какие будут приказы? Примем бой! Братья! Я знамя думал взять, знаменем их отпиздить. Ой, блядь. Ёбаный в рот, там сколько всего.
А это что за хер? Что за хер? Лорд Калган, лейтенант, я получил твое сообщение. Докладывай. Похоже, источник их силы — центральный обелиск. Его защищает силовое поле. Какие предложения? Мы обстреливали щит из всего, что только можно. Безрезультатно. Хер не получится, воевал. Есть одна мысль. Кот орёт. В катакомбах Люс сказал, нужен лишь поворот полярности. И затем повернул что-то. Объект. И что? Он был копией этого обелиска. Ты хочешь повернуть это? Объясни. У Авроры может быть слабое место. Может. Магистр, нам нельзя здесь оставаться. Лейтенант, поддерживаешь план сержанта Гадриэля? Конечно. Капитан Акеран, собирай свою роту. Есть, магистр. Братья, еретики почуяли вкус победы, но мы лишим их этого удовольствия, как лишаем уже 10 тысяч лет. Потому что мы, сыны Ультрамара, слуги Императора и стражи Империума. Пусть эти отбросы ощутят ярость нашего древнего возмездия! Наш авангард выходит на поле боя. Устройте бойню! Побежали! Так точно! Всем бойцам! Огонь! Нихуя там он. Похоже, это панель управления. Ты что-нибудь понимаешь? Нет. Лейтенант, есть у нас план или нет? Ожидайте. Вот оно. А если ты умрешь? Вариантов нет. Сколько еще? Три. Кого ты пошлешь? Веридиан и Таласа. Последним займемся мы. Я их вызову. Объяснишь им все по волосу. Есть, капитан. Это еще не все. Осталось три еще. Веридиан, Таласа, вы получили новые приказы от Акерана? Так точно, брат. Двигаемся к точке Альфа. Таласа продвигается к точке Бета. Вам нужно будет повернуть миниатюрную копию обелиска. Предупреждаю, это будет больно. Главное, чтобы гнусным предателем было еще больнее. Боль укрепляет веру. Я выдержу ее с радостью. Удачи, братья. Наша вера, братья!
получишь в 3 раза больше, прежде чем мы покончим с ним. Суки там такие. Я пошел ты нахуй. Благослови тебя, император Стропан. Я лишь проводник его божественной воли. Можете вернуться к основным силам. Нанесите еретикам сокрушительный удар. Конец связи. 353 023 усопшего. В данный момент на Демириуме похоронено 91 триллион 600 миллионов 900 тысяч 471 усопший. В данный момент на Демириуме похоронено 91 триллион 601. Правда может сработать, Гадриэль. Любая идея – ничто из тех, кто воплотит ее в жизнь. Похоже, мой слух пострадал. Не мог же ты и правда проявить смирение. Добивай.
Да ты, блядь, вы заебали. Нужна помощь. Возвращайся в бой. Угу, никто не поднимет, понятно. Столочную гранату. Кое-что нашел. Бомба готова. Ну вот все пизда тебе, блядь. Тысяча сынов потеряли Хелбрута. Восполняю запас. Дид, Дэнси добрался до панели управления обелиском. Трон, кажется, это та еще пытка, но он держится. Как там Деци? Жуткая головная боль. Но от вида страданий этого чудища сразу стало полегче. Это точно. Просим разрешения вернуться на переговору. Разрешаю. Спасибо, братья. Да не оставит вас император. Конец связи. Еще один. Угу, которую, кстати, мы должны повернуть. Служишь общему делу. Ведите меня в самое пекло. Вперед! Даже смерть пришел к смерти. Нахуй мне эти снайперки. Воу-воу-воу.
оружие! На нахуй. Святая ты. Это наш шанс. Вперед. Этот мой брат. Так вот, каждый повернул. Типа, зачем он туда зашел? А мы туда зачем? Это же билет в один конец. Я-то думал все, но нет, еще сейчас будет. Но я пока, наверное, прервусь. Что-то безотрывочно прям сижу играю. Лорд Калган, это ловушка. Возможно. Мы в Материуме. Если так, медлить нам нельзя. Что дальше? Нужно найти Калгара. Так, ну все, на этом все. Изменяющего пути неотвратимо. Все, он допиздит. Даже сейчас мы идем древними тропами, проложенными задолго до того, как на свет явился первый из смерти. Идите же ко мне, братья, и исполните свой последний долг. Так, все, на этом все. Ладно, давай, счастливо.